Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра TRTH версия 0.7.7. Это новая релизная версия замечательной игры TRTH. А мы сегодня, наверное, немножечко поиграем, и я сегодня поделюсь своими какими-то мыслями о дальнейшем вообще проекте по TRTH, то есть вот дальнейшее как бы видео по TRTH. Да, вполне можно начать новый летсплей, потому что добавили очень много, и если вам интересно, что добавили, я уже показывал в предыдущем видео, но если вот прям вам очень интересно и вы не видели предыдущее видео, можете зайти в группу ВКонтакте, подписаться обязательно и посмотреть, там прям вот есть видео-трейлер нового обновления по игре TRTH как раз таки. И почему заново? Да потому что очень много нового контента добавили, который хочется попробовать. А попробовать его можно будет, ну, полноценно только, конечно же, в самой игре, с самого начала, потому что, ну, вы сами понимаете, есть такие моменты, как новые территории, новых целых два биома, да, то есть, как минимум, они появятся уже в новой игре, поэтому приходится создавать новые. Это как вариант, то есть, летсплей новый, ему, скорее всего, быть. Что дальше? Ну, скорее всего, я вот думаю начинать, знаете как, начинать за одну коалицию или нет. Вот здесь вот вопрос такой очень щепетильный, я бы, наверное, назвал. Ой, сколько подсказочек-то, посмотрите просто. Солнечную панель найти. Очень щепетильный вопрос, потому что, смотрите, если начинать за одну коалицию, допустим, вы скажете, начни за Вентура. Окей, я дойду до Вентуры и начну строиться только из Вентуры. Но есть такие нюансы. Допустим, батареи. Батареи, которые дают энергию нашим энергетическим батареям. Где я возьму? У Вентуры их нету. А, ну есть они очень маленькие, да, но... Ну, понимаете, это совсем не профит. Ну, то есть... А можно при этом тогда, в общем, пользоваться исключительно батареями Geocorps? Или нельзя? И вот такие вот нюансы, я не знаю, как нужно поступить. Я, наверное, знаете, я, может быть, если вы поддержите меня комментарием и лайком, я, скорее всего, может быть, сделаю опрос в группе ВКонтакте, в которой сделаю, допустим, разные варианты, и вы за них будете голосовать, и который выиграет, может быть, я так и сделаю. Может быть, а может быть и нет. Вот. А может быть, просто сделать обычный летсплей? Без всяких заморочек, то есть, да, ну, заново как бы начинать проходить и тому подобное, потому что пройти есть что, есть куда стремиться, есть что здесь показать, так скажем, да? Тут очень интересный вот этот сеттинг про полет. То есть про летающие ворота, да, из гонки Вентура появились, которые нужно проходить. То есть вы должны построить самолетик и прилететь через эти ворота, да, и получите награду. Это тоже очень интересно, и хочется тоже попробовать. В общем, очень много контента добавили, который бы хотелось попробовать, так что понятно, что летсплею быть. Скорее всего, я по традиции, когда начинается новый летсплей, я, скорее всего, сделаю стрим. Стрим по TRTH и просто-напросто начну на стриме заново и как бы уже продолжу летсплей с того момента, где я... Допустим, закончил на стриме. Мне нравится эта система. Так что обязательно подписывайтесь на Twitch канал. Обязательно приходите на стрим по TRTH. Когда он будет, следите за анонсами в группе ВКонтакте. Скорее всего, вот так вот. Потому что, ну уж про TRTH я проанонсирую этот стримчик, да. То есть заранее предупрежу вас, чтобы вы были в курсе. Очень хочется посмотреть новые колеса, которые... Очень интересный, по крайней мере, который есть в ГСО коалиции. То есть благодаря им мы сможем так подпрыгивать, да, то есть у них очень подвеска такая прыгучая стала. Это интересно, как видео показано, да, там вы, наверное, уже посмотрели или еще посмотрите, но очень интересно так стало. Вау, ну не заваливайся. Отличненько, ну-ка давай-ка. Кранты тебе. Кранты, я сказал. Стоять. Так, окей. Добыли мы первый радар. Поэтому, ребят, пишите свои комментарии, предлагайте свои варианты, потому что это, ну, лично для меня это важно. Я сомневаюсь, как начать лучше, как сделать лучше. В
принципе, все варианты хороши. И хороши и просто летсплей, и хороший вариант и начать, допустим, за какую-то определенную коалицию, но с какими-то вот нюансами, да, то есть стоит ли там за одну коалицию начинать и можно бы пользоваться там батареями ГСО, ой, Геокорс, к примеру, да. Вот такие вот нюансы хотелось бы тоже обсудить. Жалко у нас... Хотя почему жалко? Вот может быть, кстати, может быть на стриме это и все и сделать. То есть провести стрим начальный, да? Потому что, ну, как раз таки вот за стрим я дойду, наверное, до Вентура, да? То есть вот так вот. И как раз таки на стриме и узнать у вас у всех. Наверное, вот это вот, кстати, будет вариант. Может быть, и во время стрима и опрос как раз таки сделать, чтобы вы еще и во время стрима голосовали за тот или иной вариант. Надо будет подумать, как лучше это сделать. Я даже еще, кстати, сделаю такое, это закончить летсплея по Terra Tech. Потому что некоторые говорят, что уже игра старая, я все ее снимаю. То есть такое. В общем, посмотрим. На этом я это видео буду заканчивать. Оно такое вот рассудительное, да, стоит ли начинать в новую версию, как начать новую версию, наверное, вот так вот. Как начать новую версию проходить. Вот так вот, наверное, вот такое, так я его и назову, это видео. Так что, ребят, надеюсь на ваши комментарии, надеюсь на вашу активность. Всем всего, спасибо за просмотр, удачи и пока.